На арене эмоций в Бобруйск впервые с международной программой приехала цирковая компания «13 метров». Яркие номера, волшебная атмосфера и море веселья. Где развернулось фееричное представление, расскажет Роман Костюков. Кто не любит сходить в цирк? Волшебное место, где сбываются мечты и оживают фантазии. Для всех желающих появилась прекрасная возможность незабываемо провести время. 9 августа в Бобруйск приехал цирк «Шапито 13 метров». Место встречи – городской парк. Впервые для бобруйчан гастрольное шоу станет премьерой. Блистательными представлениями артисты будут радовать вплоть до 25 августа. Сейчас в программе «Последние штрихи». Команда «Профи» выпрямляет шатер, оформляет декорации, репетирует предстоящее выступление. Это единственное самое большое шапито в Беларуси. У нас очень удобный зал, у нас очень удобный вид места, у нас большое количество дрессированных животных, а также воздушных номеров. Программа приятно удивит даже самого прихотливого зрителя. Лучшие акробаты, канатоходцы, работающие на высоте практически без страховки. Участие в шоу принимают и воздушные гимнасты, в том числе на китайском пилоне. Все самые редкие жанры в этом цирке. Конечно, гвоздь нашей программы — это аттракцион с тибетским яком. Участвует пятнистый олень, дикобразы. То есть программа очень большая. Также в нашем, на нашем представлении вы можете увидеть таких нестандартных, нетрадиционных, которых люди просто не ожидают, что такие животные могут работать. Это козочки, гуси, курочки декоративные. И это так умиляет, что такие домашние питомцы могут показывать какое-то свое представление, рассказывать свою историю. Этот продукт еще не видел белорусский зритель. Это совершенно новое цирковое шоу, которое, я думаю, не оставит ни одного равнодушного зрителя, потому что здесь мы собрались максимально цирковые жанры. Цирк – не только зрелищное шоу, но и преданность своей профессии. Многолетний труд, кропотливое совершенствование каждого номера, тренировки и дисциплина. Артисты «Шапито 13» идут на все, чтобы порадовать любимого зрителя. Толстый цирковой артист, родители цирковые. Я с детства занимался акробатикой, эквилибристикой. Работал свободную проволоку, сейчас перешел в жанр клоунады. Ну, уже, в принципе, достаточно давно. Ну, вот, работаем, развиваемся. Акробаты и жонглеры, эквилибристы и воздушные гимнасты, канатоходцы и более 30 дрессированных животных ждут именно вас. Стоимость билетов от 20 до 50 рублей, предложение от которого невозможно отказаться. Только 9 числа при покупке двух билетов, третий в подарок для ребенка до 12 лет совершенно бесплатно. Детям до 5 вход свободный. Не пропустите завораживающее и яркое событие. Роман Костюков, Станислав Чечерин, Бобруйск 360.